барахлишко понасобираем, может быть крафтить потом проще будет. Так, он квест у кузнеца. Сидел дьявол на трубе, самогонку гнал себе. Я-то знаю, дьявол Эльза черным дает. Голова болит с утра. Сидишь на полях Нильфгаардской страны, Эмгир император наделал Лёрдин штаны. Лёрдин Нёрлинг. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно. Чешка. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. И с Чешкой больше не играй. Помощь неимущим. Имперский гарнизон сообщает, что беднейшие жители деревни могут получить продуктовый рацион. Рационы эти будут распределяться среди посетителей, просителей, способных предоставить документальные свидетельства своей бедности. Обманщики же будут наказаны, как и любые другие воры, по всей строгости закона. Императорский эдикт за номером 1845. Настоящим объявляется, что по распоряжению его императорского величества все здоровые мужчины Белого Сада должны явиться в корчму упомянутой деревни, перенеся с собой собственную лопату, мотыгу или кирку. Поля вокруг деревни полнятся мертвыми, и, учитывая, сколь теплая выдалась весна, высочайшее командование опасается, что гниение тел вызовет распространение болезней. Пусть это станет свидетельством заботы новых правителей об обитателях Белого Сада, ибо Нильфгаард защищает своих подданных не только от бандитов, но и от болезней, и прививает в этих местах обычаи, давно принятые во всем цивилизованном мире. Всякий, кто не подчинится данному указу, будет высечен розгами и заточен в колодке. Подписано квартирмейстер Петерса Гвинлеви. Принимаем добровольцев. По приказу квартирмейстера Петерса Гвинлеви, пусть будет известно всем и каждому, что армия императора принимает добровольцев. Рекруты получат кров, стол и регулярное жалование. Величайшей же наградой станет честь служить Эмгиру Ар Эмрейсу, Дейтвен Адан Ин Карн Эйп Морут. Белому пламени, пляшущему на курганах врагов, наверное, переводится. По зачислении новобранцы пройдут обучение под началом величайших стратегов империи. Семья новобранца будут получать необходимую поддержку в течение всего времени его службы, а в случае его гибели на поле брани пожизненное содержание. Нормально звучит. Смерть захватчикам. Слушай, слушай, честный народ севера, если жаждешь ты свободы, если готов с оружием в руках биться за родину, уходи в леса. С каждым днем сила наша растет, и совсем уже скоро мы покажем нильфгаардским, нильфским крысам, что народ Тимерия не склонится под вражеским ярмом и не сдастся без боя. Если сердце твое болит за золотые лилии на синем, если ты скорее умереть согласен, чем жить рабом у чужеземцев во имя отцов наших, что пали от рук нильских чудовищ под Содданом, ради душ тех, кто сложил голову под бренной, к оружию. Так, предпоследний. Лихо у колодца. Так, где же ты, брат? Лихо у колодца, заказ. Добрые люди, я знаю, что сейчас война и у всех свои беды, но вдруг кто решит помочь человеку в отчаянном положении? Все знают колодец у разрушенного хутора, и лихо, что тот колодец сторожит. А если не знаете, так меня спросите, я расскажу. Так вот, кто это чудище прочь от колодца прогонит, получит от меня толстый кошель золота. Поспешите, поскольку дело это важное и не терпит отлагательства. Адалан. О, где же ты, брат? Бастиан, мой брат, ушел воевать с черными. Думается, он участвовал в битве, что случилось неподалеку, а после нее и пропал. Не он один, скажете, и будете правы. Но если он убит, а очень на то похоже, я хоть похороню его по-человечески, по обычаям наших предков. Я похоронил его под холмом, где лежат уже наши родители, чтобы не оставлять его тело на съедение трупоедам, что рыщут по полю битвы.
а потому требуется храбрец и мастер мечом махать, чтобы согласился вместе со мной сходить поискать Бастина. Много я не заплачу, потому как нечем, но благодарность за труды обещаю. Жадничать не стану. Кто захочет помочь, загляните в разрушенную хату у дороги на Белый сад, сразу у моста. Я там остановился. Дуни Вильдерверт. Но ведь Чешко мой лучший друг. Чешко дурачок, а нас из-за него поубивают. Еще хоть раз тебя с ним увидят, ох, ты пожалеешь. Блять. Эф отслеживает задание и взял бутылку, выпил. Сука. Топовое, блять, управление. Насколько оно висит теперь? О-о-о. Ну так можно все бутылки выпить. Остается только не медитировать. А что с токсичностью? 35. И это выпить. Ну, кошку не буду. Токсичность. Вы это, наверное, это скорость уклонения, что ли? Так, это мы заказы взяли. Так, тут барахло прибавилось. Лишь бы нам солнышко светило. Что-то странное. Звук какой-то странный. О! Вон какой-то эффект. Toxicity Fever. Жар какой-то, блядь. Что за хуйня? Ой, бля, пиздец. Что это? Токсичность. Да, я барахло пособираю, братан, потом тебе, блядь, про свечков расскажу. Урод. Сам урод. А? Ты чего? Давай барахло, говорю, свое. Есть что? Так, сюда. О. Позиция, ну-ка, F1 не работает, нихуя. Вер не работает, F не работает, блядь. Как читать-то, я хуй знаю, нахуй они так сделали. Ты чего? Так. Неприятности ищешь? Куплю медовые соты, дам хорошую цену, то мир отравнится. Кто знает, что завтра будет? Так, а тут квест же какой-то. Тут кузнец должен быть. Так, вот он. Что? Что здесь произошло? А вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все! Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, а
Они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Так, за хатой. А, вот. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Ничего, удобно так-то. Кнопку зажимать раньше было неудобно. Букву Е нажал, так и все. Нажал, исчезло. Нажал, появилось нормально. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Суп-то надо готовить. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Не вошли Дэвидут обратно в деревню. Но не сильно, рана была неглубокая. Так, а у тебя что? Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Береги себя. Так, погоди-ка мне. Приветствую! Посмотрим. Дай-ка взглянуть. О, у него барахло новое продается. Брони меньше, кстати. Легкий доспех. Что ничего не стоит, блядь, меч. Не забирай его, блядь. О. И записки можно продать нормально. И эту херню. Письмо нельзя. Береги себя.
Так, бабка моя рассказывала. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Что так ураз случился у околицы? Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен извиниться. Я извиняюсь. Урод. Пиздец, глюки, конечно. А что там с токсичностью-то? Токсичность медленно прям спадает. А может, она не должна спадать? Пиздец. Toxicity Fever. Дай-ка, блин, посмотрим в настройках, что там. Моды. Так, Visual, Gameplay, Health, Exploration, Inventory, Visual, Gameplay. Может, Toxicity. Ноль. Пьянство тоже ноль. Так, ну ладно, пока на этом. Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император надел. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не белка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Уж теперь тебя в деревне полюбят.
Уж теперь любись они все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да неважно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? О. Так, давай товары. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, а как там починить? О. Починил. Разобрать. Давай лавку посмотрим, что у него тут. Гриф Аксия, штаны. В принципе, недорого вся эта параша стоит. Да, в принципе, ничего с этого не надо. Бывай. До богов высоко, до императора далеко. Так, по знакам вопроса теперь. Так, вот здесь у нас колодец. Здесь еще лихо. Так, тут гули вроде. Ну, съездить посмотреть, как это все бьется, дело. Так, гарнизон-то мне здесь. Наказание божье с этим грифоном. Пойдем сбегаем. Сделаю себе прощу и поймаю медведя. А я сегодня получил горбушку хлеба. Не, ну во время бега тратится, конечно, сильно выносливость. Неприятности ищешь? Да сколько вас тут стоит-то, блять, в кустах? Так, там медведь, что ли? Так, игнии ебанем. Так, дальше. А, я даже до этого не дошел. Я думал, уже пришел на значок.
Так, а чё он меч-то не достает? Ну-ка, как там меч-то, блядь? Настройки, привязки. Где меч-то, блядь? Дисмаунт, ваш 5. Где меч-то доставать? Ёбаный по голове. Это я прикола не понял. Просто меч не достает. Сука. А как меч-то доставать? Это я понимаю. Так, все собрал, типа. Так, барахлище у них тут есть.
Так, это был лагерь бандитов. Там здесь что? Место силы, наверное. Медальон дрожит. Это место силы. Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось. Так вот гнездо нашел в самом начале. Так, чё, соты? Так, надо закинуть что-нибудь. Типа оно бесконечно, что ли? Так, тут разведали. Погнали дальше. По кругу. Так, типа, мимо проходил и увидел лихо у колодца. Вот она. Место силы. Отсюда изливается магия. Так, тут серебряный меч надо. Ну что, паскуда? Ну а чё, разок с меча ёбнул и всё. Чего?
Так, травник. Вот порядочная деревня. Чего? Ну-ка давай. Покажи свои товары. Нихера. Краснолюдский спирт 40. Мутаген, ничего так-то. 125 стоит. Бывай. Так, здесь сундучок, наверное, какой-то. Давай сюда. Тут, наверное, утопцы. Мозгов насобирал. О, кто там еще на той стороне? Еще утопцы. Я как раз туда и пойду. А как гнусный же ты! Лес прям темный. Я понимаю, блядь, Рубилова. Физштех. Хорошо, что в радиусе собирает сразу все. Кстати говоря, факел вытащить. Ну какое-то, блядь, отсюда. Еще как с факелом будет ходить. Оп.
О, уже поинтереснее. Что, все что ли? Пропавший без вести здесь. Так, а тут бандиты, по-моему, сидят. Тут утопцы. Барахло собрали. Вот таким должен быть бой ведьмака. Ебанул разок и все. Правда, монстром надо будет или боссом каким-нибудь подкрутить. Здесь у нас записка. Его Величество Эмгирва Рэмрейс. А, это я где-то книгу находил. Кстати, допустим, книгу прочитал, и она должна появляться где? Глоссарий обучения книги, вот здесь. Письмо, задание книги. Книги. А, да, вот надо прочитать, чтобы появилось здесь. Сердитые заметки. И за каким дьяволом должен я идти на смерть? Ради Тимерии? Папка погиб за нее. Три брата погибли, и что? Ахуй. Даже приличных похорон не заслужили. Папка всегда говорил, что мудрец учится на чужих ошибках. Так вот, я учусь на его ошибках. Вместо того, чтобы подыхать за Тимерию, буду лучше грабить тех, кто убивал наших. Мы встали лагерем в отличном месте, посреди леса, близ старой мельницы. Теперь вот готовимся к первому дельцу. Эмгирва Рэмрейс, владыка-завоеватель, одаренный прекрасным стратегическим умом. Он подчиняет его одному лишь видению, желанию завоевать мир. Хотя справедливо считает, что не завоевание это должно называться, а не завоеванием это должно называться, а спасением. Да, император Нильгарда несет миру пламя цивилизации. Вскоре после прихода к власти император последовательно занимается соседствующей с Нильгардом королевство. Север охватывает страх. Победоносный марш имперских войск останавливается только в битве под Бренной.
после которой наступает заключение мира. Однако нет сомнений в том, что целью Эмгира является подчинение Нильфгарду всего Севера. Во время хрупкого перемирия Эмгир предпринимает ряд политических решений, в результате которых становится видно, насколько нестабильно государство Нордлингов. Все более разобщенные между собой, они требуют властителя, который придаст смысл их существованию. Требуют властителя провидца, требуют Эмгира Варэмрейса, потому что наши армии вновь перешли Яругу в третий раз и в последний. Так, а тут у нас должно быть что-то, рецепт, по-моему. Протокол допроса. И чертеж стального меча. Так, место, крепость Амавета. Присутствует баронет Игнаций Верье, сенешаль Андреас Блюме, челядинцы баронета Верье Комор, Смагор и Пемпик, подозреваемый Кольгрим, ведьмак из школы змеи. Ведьмак Кольгрим обвиняется в похищении Витька, сына Павла, бортника из деревни Белый сад. К нему применена мера предварительного ареста. В ходе обыска у него найден чертеж стального меча. Предполагается, что он мог использовать сей меч для устрашения, а возможно и убийства похищенного мальчика. Допускается, что обвиняемый может располагать и иными подобного типа чертежами, необходимыми для создания смертоносных предметов, однако же таковых при нем до сих пор не найдено. По желанию баронета Верье, ведьмак будет подвергнут допросу с пристрастием. Допрос с применением пыток будет проведен тотчас же после прибытия опытного палача. Приписка. В пропаже мальчика оказались виновны утопцы. Следует отметить, что на отдых чудищ и охотился арестованный ведьмак. К сожалению, прежде чем сие стало известно следствию, Кольгрим был уже мертв. Вместо судебного процесса ведьмак выбрал испытание поединком, а баронет Верье на это согласился и велел ведьмаку очистить от призраков родовой склеп. Кольгрим же с заданием не справился и более никогда из подземелья не вышел. Отсюда допускается, что с большим правдоподобием, что он и ведьмак был убит нечистой силой, духами, а возможно и призраками, которые избрали это место своим логовом. Квестик намутили. Блять, это что, медитацию нажал? Не, медитацию не надо. Так, карта. Так, сюда к утопцам. Потом что у нас? Так, а тот склеп где? Вот здесь вот. По кругу до туда ебануть. Так, сейчас к утопцам. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Хоть духота кончилась. Ща мы вас порубим. Где там наш меч? Так, барахло собрали. Когда будет безопасно?
Диплотуа. О, оно внизу вообще. Налей сражения, а мужики жизнь отдают. Ладно, неплохо для начала. В принципе, круто. Ни на уровне не отвлекаюсь, ничего. Прям нормально. Трофеи интересные какие здесь, да и шмот.